Итак, друзья, всем приветик. Маленький такой интересный заказик. Ой, это мне не надо. С Али за копейки. Надеюсь, там будет интересная, нужная мне штучка. Что-то у меня ножом. С ножом уже не то. Тупится, что ли. О, какая штукенция. Кто не понимает, объясняю. Такими приспособами крепят провода у блоков питания ноутбуков, более дорогие провода для смартфонов и так далее. Что я могу сказать? Это просто двухсторонняя самолипучка. То есть она сама к себе приклеивается. Вот так. С помощью такой штучки вы можете крепить что угодно само к себе. То есть обматывать вот таким вот рулончиком. То есть вот мне, например, нужно, да, постоянно провода сматывать. Можно делать фирменной вот такой штучкой, которая считается одноразовой, да? А можно отрезать кусочек вот этой ленты. Проводочки просто сматывать вот так. Так вот. Раз, два, три. Все. Провода уже держатся. Штука реально стоит вообще копейки. И реально она, по-моему, того стоит. Причем белая к белому не липнет, только белая к черной. То есть эта сторона вот к этой стороне. Больше вариантов нет. Ребята молодцы, догадались, как это сделать. Ну и, соответственно, иногда эта штучка, если она по толщине проходит, с легкостью сможет заменить вашу, как сказать, тесьму, веревку и так далее, крепеж, короче, к смартфону. Потому что из нее можно сделать колечко, да, просто намотав ее немножко, продев через дырочку. А потом в это колечко вставить уже железное кольцо, в которое уже закрепить что угодно. Вот такая вот примочка с AliExpress, стоит копейки. Если кого заинтересовало, как всегда, внизу в описании будет ссылка на данный товар. Ну, а я себе, как вы видите, купил две штучки. На всю жизнь, думаю, хватит. Всем спасибо, всем чао.